Безусловно, я вижу будущее России только светлым, потому что я живу в этой стране, я патриот, и мне хочется, чтобы все-таки в этой жесткой игре, которая сейчас происходит, я, может быть, конечно, называю это немножко неправильно, не хочется произносить слово «война», но вот в этих распрях, которые на сегодняшний день есть, мы победили.